24-й рождественский полумарафон оказался самым теплым за всю его многолетнюю историю. В этом году его участники преодолевали дистанции в минус 2 градуса, что не в малой степени расстроило иностранных гостей, которые приехали в далекую Сибирь, чтобы на себе прочувствовать всю прелесть зимнего забега. Та сибирская погода, которая сегодня нам позволяет провести полумарафон, обычно это самая морозная погода, и все приезжают, чтобы в Сибири попробовать мороз, попробовать температуру минус 20-30. Сегодня нам повезло, я думаю, что не каждый год должна быть холодная погода. Однако сами сибиряки от такого подарка природы были в полном восторге. Прекрасным настроением, я уже не первый год бегаю, так что самое главное – участие. Бывает иногда в своих возрастных категориях и занимаем первые места. Как повезет. Под девизом рождественского полумарафона «Бежим в сказку» на дистанцию вышло более 800 стайеров. В том числе из них представители 10 зарубежных стран – Бельгии, Великобритании, Германии, Испании и других. Пожалуй, рекордное для этого событие. Я думаю, что связано, конечно, со многими факторами. И погода, которая благоприятствует сегодня, и желание людей начать Новый год спортивным событием, получить хороший заряд бодрости, настроения. Вот это желание коллективное. То есть люди собрались вместе со своей семьей, с друзьями, с единомышленниками. И вот на бегу встречают Рождество, замечательный праздник. Я думаю, что сегодня тот девиз, который есть у рождественского полумарафона, «Бежим в сказку», он обязательно воплотится. Вот уже несколько лет рождественский забег не обходится без уже полюбившихся талисманов – омских моржей. Любители закаливания организовали веселый хоровод, а затем устроили настоящее шоу с обливанием водой. Также впервые в истории полумарафона самый оригинальный костюм определяла компетентное жюри. Я каждый год уже практически принимаю участие в костюмированном конкурсе. Но мне кажется, что это еще дарит людям праздник. Детишкам тоже нравится, когда костюмированные персонажи бегут. Какие у вас еще были костюмы? В прошлом году синий конь, красный дракон был еще как-то. Победители в мужском и женских забегах на 21 километр стали амичи, а именно воспитанники Центра олимпийской подготовки «Авангард» Александр Бутрамеев и Марина Ковалева. У Александра это первый зимний полумарафон, у Марины далеко не первый, но победить ей удалось только сегодня. Трасса хорошая, несмотря на то, что выпал снег. Организаторы все почистили, песочком посыпали, то есть все хорошо, нареканий вообще никаких нет. Зрители очень хорошо поддерживают, много участников бегут в костюмах, у всех хорошее настроение, у меня в том числе. В призерах второе место также у амича известного спортсмена Дениса Рычкова. Рождественская бронза досталась Константину Дьякову из Тюмени. На втором месте у женщин амичка Наталья Джоли. Третьей финишировала спортсменка из Перми Наталья Седых. Но не ради медалей бежали. Все полумарафонцы единогласно отметили, что главное ведь не победа, а участие. Да, погода прекрасна, бежалось отлично, атмосфера прекрасна, все хорошо, на хорошем уровне. У вас большой опыт пробежки на марафон? В принципе, да. Лет 25, а то и более. Поэтому для меня это радость, праздничное настроение. В этот день все участники ощутили себя немножко героями и прочувствовали на себе, как это здорово начать Новый год со здорового образа жизни. Всех с Рождеством, всем здоровья, всем успехов, всего внутреннего такого вот умиротворения, всего самого наилучшего.